Я пришел не обещать, а что-то делать. Делать – это знают все дворы уже. Мы очень положительно относимся к Евгению Червоненко. Всегда относились и очень рады его снова видеть, и что он опять вот вышел на арену политическую. Он душой украинец, а Одесса, как известно, Украина. Говорит правду, не скрывает ни Юли. Поэтому я его тоже пришел поддержать. Желаю и хочу, чтобы такой депутат был у нас. Нам это поможет. Такие люди сейчас нужны. Жесткие и деловые. А так уж холодец мы уже видели. Запрошую на цю сцену кавалера ордена Ярослава Мудрого, заслуженого майстра спорту України, кандидата в народні депутати Верховної Ради України від Малиновського району Євгена Червоненка. Зустрічайте! Спасибо всем, кто пришли. Мы повестили все власти, согласно закону, юристы у меня хорошие. Мы все сделали, мы дали гарантийные письма, что мы восстановим площадь Деревянка. Но я мешал. Мы могли отстоять свои права, и суд, и так далее. Но я поступил иначе. Я видел, что вокруг меня провокации. Ни один мандат, ни один пост в этой стране не стоит капли человеческой крови. Поэтому я во избежание провокаций пошел на консенсус с властями района и концерт здесь. Одесситы, я перед вами говорю, меня никто не сломает. Я буду говорить вам правду. И поверженный в бою, я воскресу и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Он волевой, он честный. Человек любит правду. Правду, да, да, правда. Да. И он добьется. И дай Бог, чтобы он принял регион, и все будет нормально. Я хочу пригласить на эту сцену легендарного украинского певца. Александр Еременко. Саня, выходи. Грустно и уныло без вас. Возвращайтесь вы поскорее. Мне не хватает сейчас старых моих добрых друзей. Это очень хорошо, очень приятно, потому что это такие нужные выступления. Очень хорошо, правда. Thank you.
настоящий друг, он очень хороший человек, он воин по жизни. И я думаю, что все, что он делает в своей жизни, это не просто так. Ирина Билик и Евгений Червоненко. Ялта, жара, 8 утра. Кофе в постель, прости, мне пора. Я ухожу не навсегда, а ты, ты жди меня. Ты только жди меня, жди меня, жди меня. Когда дожди меня, жди меня, жди меня. Я обязательно вернусь, губами губ твоих коснусь. Ты только жди меня, жди меня, жди меня. Она единственная из топ-звезд, кто не ездит в Россию. Это ее выбор. Хотя у спортсменов и артистов, как у кавалергарда, век недолг. Поздно, Сара, пить боржоми, почки отвалились. Я себя не поменяю. Эта песня родилась всем мужикам, которые не болтовнёй, а своими поступками заслужили любовь женщин. Я вылез сказать вам одно. Я объездил весь мир, весь. Красивее женщин, чем в Украине, нету. Не собираюсь уезжать. Я никогда не даю задней передачи. Я не умею ездить задним ходом. Мы вон мы и скажем. Мы забыли про честность, она лишь у нас на губах. Я в глазах у друзей замечать стал все больше обмана. Мы лишь в детстве друг друга могли обижать на словах. И не зная коварства, кричать слово искренне «мама». Выступление артистов это, конечно же, ну и выступление самого кандидата. Спасибо!
Я очень довольна, очень довольна. Но я не могу даже передать словами. Это надо было видеть, это надо было слышать, это надо было радоваться. Я даже плакала от радости. И я буду за него голосовать. И я очень рада, что он есть, что он будет, и что он в Одессе с нами. Я очень рада.